К сожалению, в этом сезоне даугавпилсские волейболисты не смогли пройти в плей-офф Балтийской лиги, но, несмотря на это, команда не завершила игры. 15 марта для ДО начались матчи 1/4 финала латвийского первенства. Соперником нашей команды в борьбе за прохождение в следующий тур стал клуб Екапилс Луши. Первую игру они провели на площадке Даугавпилсского олимпийского центра. Нужно сразу сказать, что этот матч получился валидольным как для тренеров, так и для многочисленных болельщиков, которые практически полностью заполнили главную трибуну. Первый сет выиграли даугавпилчане. Правда, победа досталась в тяжелейшей борьбе, о чем красноречиво свидетельствует счет 31-29. Но во втором и третьем удача была на стороне Екапилс Луши. И лишь к четвертой партии наша команда смогла собраться и дать бой соперникам. Исход матча решился только в пятом сете, который не очень уверенно, но все же выиграли воспитанники Эдгара Савицкого. Желания много, технический брак. Команда Екапилса подавала намного лучше, чем мы. Это основная причина была, потому что почему так завязалась борьба, да, потому что в остальных элементах мы были не хуже, лучше, особенно на блоке, в защите, нападение, но подача, это, мы, конечно, проиграли в этом элементе сегодня очень много. Немалую роль сыграли и болельщики. По словам Эдгара Савицкого, такая колоссальная поддержка, которая была у наших игроков в пятом сете, способствовала победе. Правда, до этого несколько партий волейболисты Даугавпилс университета играли словно в гостях. Постоянно слушая выкрики болельщиков Екапилс Луши, местная же публика молчала. Самое главное, что эта поддержка была в пятом сете, когда это намного важнее. Все равно мы благодарны зрителям. Понимаете, тут такой момент, что команда Екапилса привозит свой автобус болельщиков. И они поддерживают команду, но и через, когда команда показывает достойную борьбу, и наш болельщик начинает нам помогать. Матчи 1/4 финала длятся до двух побед. Одну на свой счет уже записали игроки Даугавпилс университета. Следующая встреча состоится 17 марта в Екапилсе. Даугавпилсские болельщики надеются, что наша команда сможет справиться с соперником еще раз. Если же не получится, то 23 марта у нас в городе пройдет решающий матч. Лишь сильнейшие смогут завоевать путевку в следующий тур. Задача волейболистов Даугавпилс университета – взять медали латвийского первенства и желательно золотые. И в этом им очень необходима поддержка верных и преданных фанатов.